Вискас. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что означает слово «дискос»? Дискос – это небольшое блюдо на особой подставке, на которое во время литургии полагается святой агнец и частицы просфор, вынутые на проскомиди. В духовном смысле дискос знаменует и ясли, в которые положен был Иисус Христос при рождении, и пещерный гроб, в который было положено его тело после снятия с креста. Кроме того, дискос вместе с частицами, вынутыми на проскомиде из просфор, символизирует церковь. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!